Сегодня в столице проходит одна из самых престижных гонок по триатлону Ironman. Преодолеть половину, как ее называют, железной дистанции в Нур-Султан приехало множество атлетов из разных стран мира. На месте старта работает наша съемочная группа, и Лариса Гречихина с нами на связи. Лариса, как проходит гонка и кто в ней пока лидирует? Доброе утро, Арыстан. Сейчас проходит второй этап соревнования. Это велогонка. Атлеты преодолевают 90 километров. После его завершения они оставят свои велосипеды и начнут беговой этап. Он будет заключительным. Им еще предстоит преодолеть 21 километр бега. Кстати, отмечу, что гонка длится уже более 3 часов, а мировой рекорд на этой дистанции среди айронменов равняется 3 часам 59 минутам, и организаторы надеются, что, может быть, кто-то здесь установит новый рекорд. Напомню, что в столицу Казахстана приехали почти 1500 атлетов из 50 стран. Конечно, больше всего здесь казахстанцев, порядка 900 человек. И также отмечу, что по сравнению с прошлым годом, в 2018-м Ironman половина железной дистанции в столице прошел впервые. И отмечу, что организаторы в этом году ввели новшества. Какие именно, предлагаю сейчас послушать. Основным новшеством гонки 2019 года является присутствие атлетов категории Pro. Также в самой холодной столице мира мы вынуждены использовать лед, мы вынуждены использовать специальные спонжи для охлаждения, чего не ожидалось. Погода внесла свои коррективы в работу, так скажем, организационного комитета. Что хочется сказать, второй год подряд, в прошлом году Астана, теперь уже Нур-Султан, становится центром притяжения айронменов-любителей. Здесь кипят эмоции, закипела вода в реке от такого количество рук, которые молотили эту воду, спешили, пытались увеличить темп. Сейчас все колесят по дорогам нашей молодой столицы. Совсем скоро лидеры перейдут уже на беговой этап. Ну а я добавлю, что в районе триатлон-парка частично ограничено движение, поэтому всем автолюбителям рекомендуется заранее строить свой маршрут. На этом у меня вся информация. Арыстан. Спасибо, моя коллега Лариса Гречихина болеет и следит за спортсменами. Напомню, что сейчас в столице Казахстана проходит одна из самых престижных гонок по триатлону Ironman.